Объем валового продукта в сфере сельского хозяйства 2 миллиарда 39 миллионов тенге. Это почти на 30% больше в сравнении с прошлым годом, что сказалось и на численности скота – 43 тысячи 300 голов КРС. Показатели для региона хорошие. Налаживается обстановка из добычи угля, объем продукции увеличился. А вот у обрабатывающей промышленности ситуация печальная. Их доходы снизились более чем на 2 миллиарда тенге. Недостаток в потребителях почувствовали и электростанции. В частности, это коснулось ГРЭС-1. А какую работу проводите? Ну, констатируйте факт того, что нету потребителей, мы тоже можем сидеть здесь и говорить. Все равно занимаются, как бы письма тяжелые, но пока потребителей нет. Пока заставить никого не можем, чтобы именно пришли потребители, что ли. Потому что было связано с... Ну, усиливайте работу, находите потребителей. В свою очередь представители ГРЭС-2 снижение в графе доходов объясняют ремонтом одного из блоков. В остальном же ситуация стабильна. Затем градоначальник заслушал отчет отдела занятости и социальных программ. Затронула его проблема с трудоустройством бывших заключенных. Из мест лишения свободы 72 человека обратились, и из тех, кто состоит на службе пробации. На сегодняшний день трудоустроено 23 человека, 20 не пошли по направлению. Троих мы, 7 человек направили на курсы обучения переподготовки, закончили курсы только трое, из них один трудоустроен в настоящее время, они закончили обучение в июле месяце. По двум оставшимся сейчас отрабатываем с предприятиями. Вы направили, на этом забыли, устроился на работу, не устроился. Вы часто легко отвечаете, говорите о том, что они более высокооплачиваемые работы, их не устраивает трудовая заработная плата трудовая. Но на самом деле в дальнейшем они, вы же проводите анализ, они трудоустроились или не трудоустроились. Хорошо, им сегодня их это не устраивает заработная плата, и они ушли, и вы про них забыли. Они, когда не трудоустраиваются, они идут повторно, попадают в жизненные трудности и идут повторно совершать какие-то преступления. Здесь ваш отдел не дорабатывает. Недорабатывают чиновники, по мнению Акима, и по микрокредитованию полгода ждали средства из бюджета страны, а подготовить заявителей не смогли, заявил градоначальник. Из 13 претендентов верно подготовили документы только 7, что грозит неосвоением средств. Не все распоряжения выполнили чиновники и после встречи Акима с сельчанами. Из 16 заявок реализована лишь половина. Приведены в соответствии параметры теплоснабжения в домах строительной и Москва-Жусупа. Выполнен текущий ремонт уличного освещения села Алькея-Маргулана. Выполнен текущий ремонт уличного освещения в селе Куэнды Куэндинского сельского округа. Произведено ограждение детской игровой площадки в селе Кулаколь железнодорожного сельского округа. Выполнена обрезка деревьев по улице Турайгыра 25 строительная и энергетика. Выполнен текущий ремонт дорог в селе Баед. Остальные задания – ремонт школы, дороги, ограждение детской площадки и благоустройство сельского парка – находятся на стадии завершения. За позднее объявление на проведение работ градоначальник пожурил сельских акимов. В итоге встречи было принято постановление об усилении работы всех заслушанных на заседании отделов.